Всем привет, вы на канале Crypto Commons. И сегодня мы поговорим о том, что в Симпсонах курс биткоина взлетел до бесконечности. Шутка. Хотя об этом тоже можно, но есть тема поважнее. Смотрите, рынок летит, все летит наверх, ту зиму, которую мы так ждали с вами. Правда, я знаю, что многие как вот тут не верили, так и тут не верили, так и тут им дорого было, и тут дорого, и сейчас им дорого, и по 300 им, конечно, будет дорого. Ну и смотрите, тут на таком растущем рынке, ну, только долбоеб не заработает. Посмотрите, тут все, что надо, купить и держать. Но, по иронии судьбы, таких долбоебов 98% на рынке, которые умудряются терять еще на этом движении. Поэтому давайте разбираться, в первую очередь, не как заработать крышесносные прибыли, а как не потерять свои кровные. И тут, конечно, очень много тем. Ну, во-первых, если вы идете в трейдинг, короче, если вы, в принципе, не понимаете, но очень хотите, как купить биткоин, как создать аккаунт на Binance, какой кошелек использовать и так далее, сейчас сверху появится видео, я его делал где-то месяц назад, обязательно посмотрите, я там все подробно рассказываю. В общем, если вы хотите торговать, то как не потерять, конечно же, это риск-менеджмент, это стоп-лоссы, это правильный размер позиций, не брать большие плечи и так далее и тому подобное. Но еще, помимо всего прочего, еще у нас есть такие вещи, это как FOMO, не впадать в FOMO, да? Это что значит FOMO? Это когда вы видите памп и начинаете впрыгивать в него на самом верху, вот здесь, а потом вы видите дамп и выходите по минусам. И вы вот на этом всем движении могли заловить FOMO вот здесь, потерять 30%, потом зайти здесь дороже и потерять еще 30%. И сейчас, когда мы улетим на 70 или там на 90, вы там поймаете еще одно FOMO и потеряете оставшееся. Это так делать тоже не надо. Так же, как и в FOMO шорты впрыгивать, думать, что так, вот тут все, биткоин пошел вниз, значит, надо шортить. FOMO шорт не удался, тут опять вниз, надо шортить, опять FOMO шорт не удался. Поэтому FOMO тоже очень плохо. Теперь следующее, HODL. HODL тоже отличная тема. Кто не в курсе, почему именно HODL, а не HOLD, погуглите, там все написано. Знаменитая опечатка. HODL – это отличная тема, но до поры до времени, потому что если вы будете ходлить вечно, то вы в итоге проспите медвежий рынок. И если вы будете ходлить свои маржинальные позиции, то вы тоже просто все просрете. Но самое главное и вообще номер один, как не потерять ваши деньги, это не попасться мошенникам, скамерам. Скам. Скамы всюду. Скамеры везде, где есть деньги. А в крипте есть деньги, поэтому скамеров здесь просто куча. Скамеры могут представляться вам вашими любимыми блогерами. Они могут представляться, например, как я в Телеграме или в Ютубе, писать как под именем нашего канала. И могут они что делать? Во-первых, они могут просить у вас деньги. Они пишут вам какой-нибудь WhatsApp. Запомните, мы никогда не будем давать вам свой WhatsApp. WhatsApp, они пишут номера, они просят деньги в доверительное управление, которые пишут, дайте, пришлите нам один эфир, и мы вышлем вам сразу 10 обратно. Так не бывает. Это все скам. Я надеюсь, вы это понимаете у меня, но так не бывает. Но есть ребята неопытные, кто я вижу, кто на это попадаются. Но самый изощренный способ скама, это даже не такой. И это даже не монеты, которые из 10 тысяч на CoinMarketCap, 9900, скорее всего, тоже окажутся скамами. Нет, это все не то. Самый изощренный способ скама, это когда вы попадаете в группу, в какую-то. Мы периодически берем в рекламу какие-то каналы. Вот мы рекламируем некие каналы. И их очень сложно отследить. Они все с виду нормальные, но потом оказываются, некоторые из них оказываются скамами. И вот сегодня мне написал чувак в личку, я его светить не буду, но он показывает мне переписку с вот этим каналом Че Гевара. Мы его тоже рекламировали, но когда мы его рекламировали, это был абсолютно нормальный канал, просто чувак вел свои трейды. Я их даже спрашивал, говорю, а нафига вы? Нафига вам реклама, если вы, и как вы монетизируете свой канал? Они мне говорили, ну мы типа будем тоже рекламу там распространять. В итоге что они делают? Они набирают народ, а потом меняют условия и пишут, что хотите присоединиться к нашему платному марафону. Вот он показывает скрин переписки там типа, и они говорят, внесите средства, например, 0.14 BTC там или сколько-то, 0.1 BTC на счет биржи Bitfinex. И дальше очень изощренная схема.
Вот, запомните вот этого человека, это абсолютный скамер. Если он будет вам писать, разжалуйте его и пишите, что он мудак. Не ведитесь на это. Как бы я еще раз дико извиняюсь, ребят, что мы иногда рекламируем, сами не знаем чего. А как вы отследите еще по каналу? Не видно же, вот, вроде канал, авторский блог. Ну, опять же, настораживают вот эти все, управляю портфелем более там миллиона. И когда вам говорят, что дайте нам свои деньги, вас сразу должно это насторожить, потому что какие в жопу деньги. Чуваки, если вам показывают доходность 100% в месяц, и после этого у вас просят деньги, это абсолютнейший развод, потому что посудите сами, если они делают 100% в месяц, нахрена им ваши 0.1 BTC? Если они делают 100% в месяц, то они через 10 месяцев получат 1024x. Если будут каждый месяц делать 100%, они через 10 месяцев получат 102 400%. Сами посчитайте. Поэтому если у них сейчас миллион в управлении, они через 10 месяцев получат 1 миллиард 24 миллиона. Они получат денег. Поэтому это абсолютнейший развод. И те, кто так делают, вот, пожалуйста. Вот в этом месяце вот я сделал 100%, 111% к биткоину. И даже чуть больше к доллару, 125% к доллару. Но я же не буду просить у вас деньги, чуваки, доверительное управление. Я наоборот сам еще раздам в чате, вы знаете, Дашем и то. И я как бы, естественно, не каждый месяц я так делаю. У меня при этом бывает месяц просадки, я ухожу в минус 20, минус 30%. И это любой так, живой человек и трейдер, даже, блин, бот торговый. Он не будет вам постоянную доходность показывать. Поэтому это абсолютные мошенники. И что они делают? Они просят у вас ключи, якобы без вывода. Вы такой, типа, о, ну раз API ключи от биржи и без возможности вывода, значит, меня не кинут. Типа, они будут только помогать мне торговать. В итоге они ни хрена вам не будут помогать торговать. Они берут у вас API ключи. Вы им отдаете свои API ключи от Bitfinex. Вы им отдаете API. Они заходят в ваш аккаунт и продают сами себе. Вот у них есть свой аккаунт, и вот ваш аккаунт. И они продают со своего аккаунта сами себе ваш какой-то щиткоин в 10 или даже в 100 раз дороже, чем он стоит. Допустим, они его купили по 0.1, а продают вам по 1 или по 2. Просто пользуясь тем, что в стакане нет ликвидности. Таким образом, они перекачивают деньги из вашего аккаунтов свой. Понимаете? Они продают вам щиток, который автоматически тут же в 10 раз дешевеет. И у вас остается не 0.1 BTC, а 0.0001 BTC. Вот и вся математика. Это самый хитрый, изощренный способ скама. Я надеюсь, я понятно объяснил. И, ребята, не ведитесь ни в коем случае на такую хрень. Поймите еще раз правильно нас и других блогеров, кто занимается этим. Мы, даже если кого-то рекламируем, мы не несем ответственности. Вы перешли по ссылке на другой канал, все. А дальше вы уже у них там их платные подписки, их какие-то истории. Мое дело вас предостеречь, короче, и чтобы вы не попадались на эти уловки. Вот, ну, а так что, я сказал, сделал, вот, раздаем в чате немного Дашке. Дашкой торговать сейчас одно удовольствие, потому что она запаздывает за рынком, то есть эфир, биток, BNB показывает ей дорогу, и она летит. Как пользоваться этим MyDash Wallet ботом в нашем чате, я не буду сейчас повторять, но он очень удобный. Посмотрите видео, которое сейчас появится сверху, там я рассказываю во второй половине видео подробно, как пользоваться этим ботом. Он создает сам вам кошелек дашевский, привязывает его к телеге. Главное, чтобы у вас был в телеге юзернейм, вот такой собака что-то там. Все, и у вас будет Даш кошелек, вы сможете участвовать в наших раздачах, получать. Да вроде все, и... Кто там сейчас хейтит Даш, я читаю там в чатах, в комментариях, сейчас очень многие собираются выйти из Даши по $300. Чуваки, если вы это сделаете, это будет ваша самая большая, пожалуй, ошибка, наверное, но в этом году точно. Потому что у Даши, я еще раз говорю, помимо того, что он запаздывает за всем рынком, у него ближайшая цель даже не 400, как там сейчас все говорят, а 500 с чем-то, а то и 600. Так что все, кто сейчас выйдут по 300, по 400, вы потом будете покупать по 600, по 800. Вот, ну а всем, кто сидит в ракете, желаю терпения и крышесносных иксов, профит-ролей и всего остального. Вот, и видите, там новости какие пошли. IPO,
Coinbase-овская. Ripple почти 2 доллара уже на фоне этого всего. Из Ripple как всех красиво вытряхнули, а? Ну прям вообще, как по книжке прям. С этим судом вот это все вот устроили этот цирк, понимаете? Я про Ripple тоже говорил. Я его не люблю, в принципе, не торгую, но ну, иногда торгую. У меня есть небольшая ходл позиция Ripple, и пускай. Поэтому я вам говорю, моя основная ставка сейчас это Dash, ETC и Bitcash. Чуваки, это самые недокупленные монеты. Нахрена вам покупать какой-нибудь BNB, который уже вот здесь, понимаете? Вот он. Вот я вам нарисую на графике Dash и BNB. BNB сейчас вот здесь. BNB, как бы реально, вы могли купить 8 BNB за 1 Dash, где-то месяца 3 назад. Сейчас вы можете купить пол BNB за 1 Dash, даже меньше, наверное. То есть он в 16 раз сложился. Поэтому нахрена вам покупать вот здесь, это FOMO называется, FOMO, если вы здесь покупаете. Если вы можете купить вот здесь, короче, все, я это вам говорю постоянно. Я надеюсь, что я вам это вдолбил. Покупайте вот здесь, ребята, продавайте вот здесь. Все, как бы... Всем профитроли, с вами был Фуала, это канал CryptoCommons, с вас подписки, лайки, стопы и тейки. Все, увидимся в следующих видео, пока.